Однажды осел упал в колодец и стал громко вопить, призывая на помощь. На его крики прибежал хозяин ослика и развел руками. Ведь вытащить ослика из колодца было невозможно. Тогда хозяин рассудил так. «Осел мой уже старый, ему недолго осталось. А я все равно хотел купить нового, молодого осла. Этот колодец уже совсем высох, и я уже давно хотел засыпать его и вырыть новый. Так почему бы сразу не убить двух зайцев? Засыплю-ка я старый колодец, да и ослика заодно закопаю». Недолго думая, он пригласил своих соседей. Все дружно взялись за лопаты и стали бросать землю в колодец. Осел сразу же понял, что к чему, и начал громко вопить. Но люди не обращали внимания на его вопли и молча продолжали бросать землю в колодец. Однако очень скоро ослик замолчал. Когда хозяин заглянул в колодец, он увидел следующую картину. Каждый кусок земли, который падал на спину ослика, он стряхивал и приминал ногами. Через некоторое время, к всеобщему удивлению, ослик оказался наверху и выпрыгнул из колодца. Так вот. Возможно, в вашей жизни было много всяких неприятностей, и в будущем жизнь будет посылать вам все новые и новые. И всякий раз, когда на вас упадет очередной ком, помните, что вы можете стряхнуть его, и именно благодаря этому кому подняться немного выше. Таким образом, вы постепенно сможете выбраться из самого глубокого колодца. Вы сможете перейти бурный поток.